Сизов Илья Андреевич, подполковник, военный летчик первого класса, участник военной операции в Сирии. В ходе специальной военной операции, управляя самолетом Су-30, в воздушных боях уничтожил 12 летательных аппаратов противника, из которых 8 самолетов и 4 вертолета, а также 2 зенитно-ракетных комплекса «Бук-М1». За образцовое выполнение боевого задания и проявленное при этом мужество и отвагу подполковнику Сизову Илье Андреевичу присвоено звание Героя Российской Федерации.